посылка в аккумулятор. Аккумулятор стоил 70 евро и 17 центов. Они должны были взять ПВМ 14,7, потому что 21% и 14,7 евро это 21% от 70 евро. Они почему-то ПВМ взяли 17 евро. Посчитали, что, видимо, этот товар больше стоит, чем больше его ценность, чем преподаю. Но я думаю, что он скорее имеет меньшую емкость, чем заявлен. Тут заявлено 10 ампер часов 36 вольт. Камере фокусировка не работает. Тут может видно. И еще 8,69 центов мне эта почта взяла, что она как бы товар. Взял это, понял. Вот они, обмакиваясь на мою верте, они высчитали, что этот товар на самом деле 79 евро стоит, а не 70. Он стоит, но я написал 70, подумал, чтобы не мелочиться, они, может, прибрались к этим 17 центов, обманываюсь из-за этих 17 центов, и поэтому написано 2 килограмма, мне смс пришла, что он весит 1,9 килограмма. Вот весы будут померить. Да, не 1,9 килограмма. Все неправильно померили. Разваливаются эти весы.
стоят. Тут так называемый, видимо, БМС стоит. Подзарядка есть сразу. Мне сегодня тоже прислали подзарядку. Это я заказывал второй аккумулятор. Но аккумулятор сам не пришел. Он был зарядка с аккумулятора. А мне прислали только одну зарядку. Почему они только одну зарядку прислали, я не знаю. Вероятно, что было как бы меньше таможня, потом взял. Прислали мне зарядку отдельно, и потом аккумулятор придет отдельно. И как раз они вовремя прислали, потому что эта зарядка подходит для этого аккумулятора. Должна подойти, я думаю. Вот. Это зарядка покупная. Сколько весит? Если тут зашкаливание не пойдет, весы не пойдут. Тут вместе с проводом повесишь. 165 грамм и 86 и еще вместе с этим проводом. А с этим проводом уже зашкаливание идет. Сто шестьдесят пять, и этот провод сколько есть? 47. Есть еще моя самодельная зарядка. Вот на самодельную, вот вторая. Это первый образец, но он более мощный. Вот я как бы для зарядки сделал, а для блока питания он где-то на 120 ватт. Можно регулировать напряжение 25 вольт до 36 вольт. Это зарядка, которую недавно сделал, на 41 вольт. Но где-то на 50, на 30. 37 ватт может максимум. Он, наверное, она больше весит, чем это заводская мощность меньше. Он даже без проводов. На 192 грамма весит. И мощность меньше. Ну так можно было бы с нее больше выжать, если бы вот этот трансформатор не грелся очень сильно, то, видимо, не очень удачный подобрал он. При большей мощности очень сильно греется, и я, чтобы ничего не испортилось, ограничитель сделал, чтобы было поменьше мощности. Ну, вот тут фишка в том, что БМС загружает
заряжает одну из этих банок, может зарядиться до 4,35 вольт, что слишком много, поэтому на мою зарядку до на 41 вольт, поэтому она будет больше беречь эти банки, этот аккумулятор. А тут вон, наверное, каких 43 вольта. И она сможет перезарядить несколько. И он будет меньше служить. Хорошо, что хоть габариты небольшие, а то он такой тяжеловатый. Вот его нужно будет в такую или в пупырышку завернуть, чтобы он как бы при всяких ударах амортизировал и как бы меньше нагрузки создавал на колеса. И чтобы колеса не лопнули, и там спицы не поломались, не подеформировались. Тоже, ну, не знаю, таких у меня нет. Что с ним делать? Телефон не тянет. После прошивки камер тормозит. Буду потом замерять емкость. Когда напряжение, наверное, поднимется до 40, или где-то 41 вольта, может 41,2 вольт, тогда замерять эти лампы где-то будут потреблять 0,5 ампер, не будет он замерять. Вернее, не емкость в ампер-часах, а в часы. Должно как бы получиться 36 умножить на 1000, то есть на 10 ампер-часов должно быть 360 ватт-часов. Но правда там он потом будет уже где-то 3 вольта, и поэтому на среднее где-то все равно должно быть 3,6-3,5, поэтому как бы 3600 ампер-часов должен набрать. Лучше бы, конечно, был бы прибор, который миллиампер-час мерил, а не ватт-час. Но у меня пока такого нет, поэтому буду исходить из того, что есть. Любопытный зарядник, он уже показывает, что аккумулятор заряжен, хотя на нем 41,14 вольт. Как бы еще и не зарядился на 42 вольт.
теперь можно было бы емкость проверять. Что ж, наверное, больше не поднимется, может поднимется. Пока, наверное, подожду. Я думал, что напряжение начнет подниматься, но оно не поднимается, а наоборот опускается. Вот теперь 14.41.08. Видимо, она до 20, до 42 вольт поднялась и потом начала падать. Поэтому надо надо отключать и начинать тест. Вот 0,26 ампер, 10 ватт пока. И мне интересно, или там есть, ну, по идее, должно быть БМС. И при низком напряжении, хотя нет, может быть, что тут он не отключится при низком напряжении, поэтому нужно следить. Потому что БМС только для зарядки, а тут идет, этот выходит прямо от зарядки. Может быть, что там нет защиты от разряда, потому что защита от разряда должна быть уже в самом контроллере электровелосипеда. Вот она сперва как быстро падает, уже 4.84. Я считаю, нужно заряжать батарею до 4,1 вольта, тогда он намного больше прослужит. Ячейку каждую. Не совсем хорош. Вроде бы хорош. Вроде бы позолочен. Ватт. Может, там немножко теряется энергия на этих самих контактах, на проводах. Поэтому на самом деле может немножко там больше вольт, если вот тут померить. Или даже там на самих контактах. Тут зарядка нагрелась во время заряда.
Ехал я 1 километр вот так кругами по этому стадиону. И замерил, сколько в этих часов потратился. И ехал на скорости 10 километров в час. И хорошо надуты очень сильно колеса. Очень твердые. Правда, они кривые. И ехал нагнувшись, то есть в аэродинамической позиции. Вот особенно первое колесо, оно когда покрутишь, оно криво крутится. И получается 5 часов, ну, 6 часов, если 5 часов на километр, то тут еще асфальт, он очень такой неровный, поэтому на ровном чистом бы покрытии было бы лучше. И ветерок есть у меня, куртка немножко, не очень аэродинамическая одежда. И 5, если, например, 5 вот часов, так 40 километров проехать нужно, 5 на 4 будет 200 вот часов нужно, чтобы 40 километров, 250 вот часов, чтобы 50 километров на скорости 40 километров. Но это если на ровной дороге, без никаких горок, без никаких остановок. Я ожидал, что будет лучше, он так где-то 42 ватта примерно потребляет. На такой скорости я так примерно прикинул. Я думал, где-то будет 20 ватт. Но тут вот 2,8 ватта потребляет. А сам этот дисплей, сам контроллер, сам всякие датчики там достаточно много. А вот теперь проехал 1 километр на скорости где-то 28-30 километров в час. На самой максимальной ручке, раз было до самой максимальной. И набрал теперь 12 часов, то есть больше, чем в 2 раза больше. Примерно в 2 раза больше. Расстояние это самое проехал. Часов набрал больше. Хотя ветер вот там, когда в ту сторону, очень достаточно сильный был. Так что уж очень быстро ехать как бы и не стоит, если хочется далеко поехать. Тем более тут 2,7 ватта потребляет само устройство, так что там еще меньше получается.